привет! У нас сегодня обзор инструмента. Самоимпрессия для замков Brickard Cheesa и Abus. Это модели AP3, AP4, AP4S, Abus XP2, XP20 и Brickard Dual XP. Ключ самоимпрессионный. Работаем с помощью фольги 0.6 готовой. Также можно использовать листовую, там, начиная от 0.7, 8 и заканчивая 9. Замки специфические, поэтому нужно пробовать разную фольгу. Сейчас попробуем открыть немножко из этих замков, покажу, как все это работает. Итак, начнем. По обратной части придаем фольге форму. Следующий замок. Неудачно сделал фольгу, и она помялась. Поэтому нужно не спешить и аккуратно это все делать. А я немного спешу. Замок открылся. Сейчас покажу здесь первый пин. Он очень высокий. Скорее всего, фольга передавилась, и мы попали в антипикинг. Но тем не менее, замок открылся. Теперь откроем Cheesa. Cheesa 4S. К замке Abus мы обычно качаем. Просто вставляем и сразу качаем. С Cheesa все по-другому. Тут, если замок не откроется, то нужно делать определенные манипуляции. Сейчас проверим, протестируем. Чуть-чуть пин нужно поправить. Могу показать ключик. Есть также сам один высокий пин, который должен попадать в антипикинг, но тем не менее замок открылся. Открылся и попал в антипикинг. Если использовать фольгу немножко жестче, ту же 0.9, я думаю, он откроется и будет все в порядке с ним. Теперь откроем аналогичный замок Brickard. По крайней мере, попробуем его открыть.
Так, мы попали в антипикинг, замок не открылся. Сейчас попробуем еще раз его открыть. В общем, Абус, Чиза и Брикард. Три в одном. Этот инструмент открывает эти все замки. Всем пока.